Рождество по имени Нэнси. Поскольку сейчас каникулы, а происхождение у всех разное, думаю, мы должны изучать традиции. Кто хочет сделать доклад про какое-нибудь Рождество? Ханука или Кванза? Ладно, Фредди, пускай Кванза. Нет, пусть Ханука. Что ж, и мне будет полезно. Мисс Грейвс, а как насчет Рождества в Литве? Ха-ха-ха, я могу рассказать вам, будет очень интересно. Внимание, внимание, объявление. Два объявления. Первое для того, кто написал на стекле моего автомобиля губной помадой «Бессер дурак». У кого есть помада? Я отнес образец в лабораторию, так что берегитесь, я все выясню. Объявление второе. Для тех, кто хочет участвовать в рождественском спектакле, сбор в кафетерии. Вот этого мы и ждали. Да, не забудь план А. Учителя, просьба отпустить этих учащихся из класса пораньше. Тихо, он идет, внимание! Очень рад, что нас так много. В этом году, как обычно, мы будем играть спектакль «Мистер Хлоп-Хлоп, милый кролик». Мистер Бессер, а если в этом году мы поиграем в другое? Что? Не «Мистер Хлоп-Хлоп»? Ну, мы часто в это играли, всем уже надоело. Это потому, что им невыносимо видеть, как Хлоп-Хлопа выгоняют из приюта в сочельник. Нет, просто игра дурацкая. Что? Кто сказал? Она. А? О, значит, дурацкая. Тогда придумай получше. План А сработал. Превосходно, Лара. Ты прошла конкурс. Ладно, так во что будем играть? О, я придумала. Игра про девочку, которая получает в подарок сапоги, перчатки, морские брюки с молнией, а кое-кто ей завидует. Нет, лучше про Санту, который все перепутал и принес подарки не туда. Такого не бывает, Санта ничего не путает. Ну да, да, я такой дурак, поверил отцу. Ай. Знаю, рождественское утро, все раскрывают пакеты с подарками. Все радуются, но тут вторгаются пришельцы, и мир гибнет! Рождественская сказочка. Может, про оленей? Я предлагаю про белого тигра. Или про эльфов. Я не понял, почему мы не хотим про Хлоп-Хлопа. Пришельцы! Олени! Тигры! Эльфы! Девочки! Хлоп-Хлоп! Нам пора обратно в класс. Ладно, встретимся завтра, хватит спорить. Решим, что надо, и напишем сценарий. Здорово. Давай мы сами напишем игру. Стой, мы же играем в карты. Если бы я сказала правду, ты бы не пришел. Точно. Мне нужен был помощник. А у тебя бывают хорошие мысли. Например, про пришельцев в рождественское утро. Понравилось? Еще бы. Я поставлю твое имя в финальных титрах. Пока. Нет, стой! Я выслушала столько дурацких идей. Олени, эльфы, хлоп-хлоп. То, что придумала я, гораздо лучше. И поэтому я должна написать сценарий. Ладно, ну и пиши. Нет, две головы лучше, чем одна, а твоя варит. Точно. Мы команда. Мы с тобой прославимся. Давай, партнер! Класс! Теперь садись и пиши, что я скажу. Ну, что получилось? Поздним вечером девочка крадется к елке, раскрывает пакеты, надеясь получить сапоги, перчатки и морские брюки. Ладно, хорошо начать, это полдела. Слушай, я не раб. Ладно, не начинай сначала. Чем ты недоволен?
Давай туда, сюда, опять туда. Я не вещь. Ты прав. Давай по-другому. Пошли дальше. Ладно, тогда давай другой сюжет. Этот глупый. Ты ничего не понимаешь. А чем плоха моя идея? Рождество с космическими пришельцами. Здорово же. Смешно. И страшно. Прямо-таки страшно смешно. Эй, это неплохо. Ладно, вот другой сюжет. Сочельник. Северный полюс. Санта нагружает санки игрушками. И вот миссис Клаус выбегает из дома и просит его оставить для нее один пакет. Нет. Нет. А, вот так. Сочельник, Рождество. Санта грузит игрушки, а миссис Клаус говорит: «Милый, оставь мне, пожалуйста, один пакет. У маленького Хонни из Кливленда мало игрушек». Ой, это здорово, я молодец. Это я молодец, это же я сказал. Нет, ничего похожего. Что? Я сказал сочельник, игрушки, Санта. А, выходит, ты придумал Санту. Ушам своим не верю. Я сделал всю работу, а ты пользуешься. Санта работает весь год, а миссис Клаус пользуется. Нет. Интересно. Итак, теперь осталось проголосовать. Кто за рождественскую сказку про олененка, который боялся летать? Я! Один за олененка. Ладно, теперь про то, как Санта в Бомбее готовит карри. Эй, вы давайте, голосуем за карри. Что-то не выходит, каждый голосует за свое. Нет победителя. Не волнуйтесь, я победитель. Что? Где? Не благодарите, но я всех выручила. Вчера я написала сценарий. Мы написали. Все равно, читайте, здорово. Это портит мой план. И тут тоже надо исправить. Санта не может сказать «Hello, baby». Ты не была на Северном полюсе. И ты тоже. Ладно, но я включила свое воображение. А где твое воображение, когда миссис Клаус говорит: «Достань бумагу из-под кушетки и помоги мне завернуть игрушки». Вы недооцениваете роль писателя. Это не историческое событие. Можно придумать все, что угодно. Мне не нравится страница 10. Что ты говоришь? 10 – это лучшая страница! Но так нельзя. Ты дерешься за каждую строчку. Ладно, ладно. Вычеркнем, где Блицин говорит, когда обед. Стойте, это же мое! Я придумал. Изменим одну строчку. Вместо «Hello, baby» скажем «Эй, миссис Клаус». Конечно, любитель клише. Ладно, пусть скажет «Эй, кто дома?». О, да, большой прогресс. Мы придаем слишком большое значение словам, а надо придумать действие. В этом все и дело. Это самое сложное в спектакле. Так, 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 что-нибудь придумали? Нет, пока ничего не придумали. Так я и знал. Ладно, завтра начнем репетировать про кролика Хлоп-Хлопа. Не надо Хлоп-Хлопа. Надо подумать. Боюсь, придется играть. До завтра. Подберите музыку и не ленитесь. Вот такие замечательные блюда едят в Литве на Рождество. Это очень важная часть праздника. А некоторые говорят, что математика важнее. Большое спасибо тебе, Полли. Но ты уже целых 15 минут только и говоришь о количестве калорий. О, но ведь это часть моей культуры. Садись. Спасибо. А теперь попробуйте кусиос. Ой, как жирно. Говорят, что кто не доест кусиос, не доживет до следующего Рождества. Я лично знала троих таких.
ладно. В общем, неплохо. В следующий раз, когда будем репетировать полет, постелю матрас. Прямо не знаю, с какого бока лучше. Там, где лицо прикрыто. Слушай, я не виновата, что мне дали роль миссис Клаус. Если бы в пьесе была роль старой ведьмы, она бы досталась тебе. Внимание, пора за работу. Миссис Клаус, быстро на сцену. Эльфы на место. Санджей за кулисы. Санта, повтори слова. Начали. Итак, у нас 3 миллиона кукол Барби. 5 миллионов чудовищ. Космических. Санта, не мешай нам. Продолжайте. Итак, надо завернуть большой телевизор для богатых детей. Стоп, стоп! Кому это ты бормочешь? Своим ботинком? Давай снова. Теперь надо завернуть большой телевизор для богатых детей. Лучше. Хорошо, миссис Клаус. Потом вытащим батарейки из игрушек. Пусть сами покупают. Тут зрители смеются. Кто-нибудь видел Санту? Стоп, стоп! Здесь каждая строка имеет смысл, а ты все портишь. Ну, я стараюсь. Неплохо для первоклашки, но я жду от актеров большего. Смотри, вот фраза. Вы видели Санту? Как? Сколько эмоций и искренности! А я не вижу никакой разницы между тем и тем. Правда? Ладно, тогда попробуй так. Кто-нибудь видел Санту? Пусть примерит эти брюки. Я хочу знать, похудел он за год или нет. Миссис Клаус, я гулял на улице и увидел, как донор бил Блитцена. Думаю, было бы неплохо, если бы они поменялись местами. Ох, какая же вы мудрая, миссис Клаус. Вы успеваете сказать еще до того, как мы подумаем. А теперь нужно проверить, как скользят сани. Хо-хо-хо. Ну вот, Санта пришел. Хелло, бэби. Хелло, Санта. Ты уже наметил маршрут? В прошлом году ты забыл Францию. Да не успел еще. Я катался с Рудольфом. Кстати, снеговик меня искал? Мы собирались пообедать. Прости, милый. Было так тепло, что он растаял. О, какой ужас. Значит, он занят. Ты тоже занят, Санта. Сегодня сочельник, тебе нужно приготовиться. Ну да. Сначала я проверю, как уложены игрушки X15. Потом немного вздремну. Но у тебя еще столько дел? Поэтому я женился на тебе, а не на сестре этого Фрости. Сообщаю, что олень теперь в полном порядке. Что еще делать? Стоп, стоп! М? Знаешь, Санджей, губы двигаются, слова вылетают, но смысла нет. Но утром тебе понравилось. А теперь уже не нравится. Надо не просто произносить слова, а жить в образе. Но я так и делаю. Правда? Я видела тебя в кафетерии. Ты ел бутерброд не как эльф, а как Санджей. Нужен эльф. Работай. Начали. Миссис Клаус, вы делаете огромную работу, а ваш муж бездельничает. Нет, он... Бездельник, он катается на лыжах, а на Рождество все только и говорят: о, что принес Санта? Стоп, стоп! Знаешь, Винни, это было здорово. Спасибо, миссис. Но я не знаю, надо что-нибудь другое. Миссис Клаус, тут написано... Вот что я тебе скажу. Я работаю, а муж отдыхает.
все время катается на сноуборде. Но когда наступает Рождество, все говорят: «О, что нам Санта принес?» Это из твоей роли. Да. Скажи Санте, чтобы берег красный нос, не то она живо отнимет и прилепит себе. У нас репетиция, столько дел! Это неудивительно. Ты же лидер? Сценарист, режиссер, актриса, все на мне. Приглашаем на спектакль «Удивительная жена». Здорово! Двое взрослых и ребенок, $5. $6. Места хорошие? Неплохие, но за $10 будут намного лучше. Дайте нам. Что вам? Мне одно. Вот это да. Учителя бесплатно, проходите. Можно сесть поближе? Простите, все продано. А, хорошие места уже проданы. Хорошие места. Хотим хорошие места. Хочу сидеть близко. Почему все здесь? Скоро начало. Мы продаем билеты. Продаете, но не бесплатные. Ну что ж, великий вечер. Мы все хорошо поработали. Теперь надо еще немного постараться. Важно не что вы говорите, но как вы говорите. Когда после моих реплик будут смеяться, делайте паузу. Итак, здесь 3 миллиона кукол Барби и 5 миллионов чудовищ. Вот, надо завернуть большой телевизор для богатых детей. Да, но сначала вытащить батарейки из игрушек. Сами купят. Вы видели Санту? Я хотела... Я знаю, что ты скажешь. Ты хочешь проверить, похудел ли он за год. Миссис Клаус, я гулял на улице и знаете, что видел? Донор колотил Блицена. Да? Теперь... О, я вспомнил, что вы говорили. Надо, чтобы теперь они поменялись местами. У вас хорошие мысли, миссис Клаус. А, да, мысли хорошие. И мне пришла мысль проверить, как скользят сани. Вот. Ого! О, вот и Санта пришел. Хелло, бэби. Хелло, Санта. Ты уже... Знаю, что ты скажешь. Нет, маршрут я еще даже не наметил. Кстати, в прошлом году я забыл Францию. Что происходит? Что происходит, бэби? Я катался с Рудольфом. Кстати, Фрости не заходил. А, да, было жарко, и он растаял. Ты же не миссис Клаус. Да, Фрости растаял. А теперь прошу тебя помолчи, пока я буду говорить, что сегодня в сочельник тебе нужно сделать много дел. Точно. Сначала нужно проверить. X15 супер. А потом надо будет пойти немного вздремнуть. Я пойду проверю, как скользят сани. Вот. Эй, миссис Клаус, я хотел... Я уже знаю, что ты скажешь. Я знаю, что ты знаешь. Ты делаешь всю работу, а мой муж бездельничает. Неверно, ты всем пользуешься. Ты абсолютно прав, маленький эльф. Зато ты знаешь, чем закончится наша сказка, которая замечательно написана и плохо сыграна. Свет, прошу. А? Что такое? Почему она сказала? Миссис Клаус поняла, что она много работала и имеет право разделить почести с Сантой. В сочельник она села в сани,
Вместе с Сантой взяла поводья, и они помчались к домам, где живут дети. Олени летели и опускались на крыши домов. И... мистер и миссис Клаус спускались через камин и дарили игрушки мальчикам и девочкам. Так все узнали, что Санта ничего не может без своей жены с Рождеством. Сценарист, режиссер и продюсер Нэнси Фрэнсис. Fox Kids.